Привет, наконец-то я дорисовала эту бабку и с радостью делюсь с вами результатами работы. В общем, на самом деле я очень устала к концу этой недели, потому что конец учебного года — это такой вообще напряженный период для родителей не только детей и школьников, но и для тех родителей, чьи дети ходят в детский сад, потому что срочно нужно башлять куда-то деньги и проводить работы на садовских участках и в группе. И тут, надо сказать, наше дорогое, заботливое государство нас ставит не в самое приятное положение, потому что, ну, согласитесь, в стране, где так много всяких природных ресурсов полезных, уже априори должны быть заложены в бюджет деньги и на покраску детских площадок в садике, и на то, чтобы вызвать клининговую службу, которые там могут помыть окна как снаружи, так и изнутри здания, а не чтобы там мамашки, рискуя своим здоровьем и дееспособностью, как обезьяны там лазили на вот этом вот оконном сливе и пытались что-то там самостоятельно отмыть. Короче, с моего детства, которое пришлось на 90-е годы, вообще ничего не изменилось. Я рукоплещу просто всем родителям, которые, как и я, в этом принимают участие.